Добрый день, дорогие друзья! Сегодня областной краеведческий музей, к сожалению, в онлайн-режиме, открывает выставку «Царицынская ярмарка». Каким же был Царицын в конце 19-го, начале 20 века? Богатый, зажиточный город. А какие ярмарки были популярны в этот период? И Сплавная, и Урюпинская столица, и Урюпинская, откуда приезжали потом Царицын, и Большая Ивановская. И обязательно Троицкая, и за Царицынском Форштадте, в Преображенском Форштадте. А сегодня сотрудники отдела научно-экспедиционной работы вам представят Царицынскую ярмарку.